А бабочка Квин? Бабочка Кин. Кстати, сколько это рангов не сняли? 30 с хуем, короче, по-моему. За топ-6. БСЖ, да, БСЖ потный. Но я его не смотрю, если честно. Но я знаю то, что он неплох. Хорошо играет. Есть еще там, ну, допустим, я иногда захожу к Амазу на стрим. Он, если честно, не очень сильно играет. Поначалу он... Короче, он просел по скиллу, вот, что я хочу сказать. Поначалу он ебашил, а сейчас что-то подзал немного. Видимо, забил играть или хз. Меньше играет просто. По крайней мере, мне так показалось. Но он сам по себе зато прикольный парень, так сказать. Я вообще раньше его не знал до шахмат. Как стримера. Прикольный челик. Амаз Хейсер? Да, я понял уже, это давно. Но я не знал, я просто Хейс особо не смотрел никогда. Я играл в Хейс когда-то в начале, когда он только вышел. В те времена. Но я быстро забил на него. У меня в один момент просто интерес пропал почему-то играть в Хейс. Почему? Ну, именно в Хейс. Переиграл. Лак же первый к мину взял. А при чем здесь голблак вообще? К чему ты это написал? Голблак первый, да, взял? Бровка запалась. Найс. Сколько зависит от скилла неудачи? Ой, блин. Что это у меня лишнее? Пусть будет так. Не уверен, что это лучше. Если бы шапка на Тимбера легла, то это бы точно было лучше. С БХ. Да, я херню сделал. А, ну тут поебать. Тут бы я точно не пробил даже с БХ. Неважно, что бы я поставил. От удачи я уже отвечал, что... Ну это такое, это мнение может быть не особо верным, но вот как мне кажется, то что если игроки полностью равны, вот прям в понимании там... Ну, не бывает такого, конечно, но... Предположим, то от удачи зависит где-то 50 на 50. А если игроки ниже уровнем, то процентов 20 от удачи зависит, не больше. Аж запати, кстати, левел. Как-то так вот, я думаю. Но это такое. Не хочу пока никому давать. Если бы хапнется, я в него шмотки могу засунуть. Если бы маска упала, то уже бы в дровке мом лежал со второй палкой. Кого под гоблинов брать лучше? Вначале ты имеешь в виду еще? Бля, опять этот байт на дровок, он всегда плохо заканчивается. Потому что она апается на 30-й волне, потом мне просто ставить некуда будет. Ладно, держи. Дубки.
хаспейсит. Че, еще арова может прилететь? Прилетело, но поздновато. Норм, думаешь, кстати. Какое-то дерьмо пришло. Вообще я могу левел запать на похуй. Я так и сделал в такой ситуации. Короче, держи, брат. Не хочет бы хапаться, поэтому держи ты. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Kiss.
говно дает. Хотя, что говно-то? Doom неплох. Возможно, и не стоило сливать так инкам. Возможно, это ошибка. Бьет он меня так или нет? Зекс-то я дефаю. Хотя Дум что-то не хочет давать. Там медведь еще. Я усилился и пришел Зекс еще. Нахуй я это сделал, я не знаю. Оо, критическая. Пока продал. Так, драконов нашел с магами. Три мага, драконы, три эльфа. Или еще два эльфа. Ладно, я возьму на этой волне, но скорее всего продам. Это все. Кстати, ни одного ханта не видел, кроме дровок. Просто ни одного. И ни одного андеда. Игра забайтила. Опять. Дефнул. Забавно. Это топ-1, если что. Кто не понял. Ну его там пробивают уже сильно. Потом у него ничего не апается. Это забавно. Мобы сейчас. Дум в теории может Т2 быть. Что там у парней? Там ты. Нормально все. Так шмоток не особо много. О, это мом. Это мом дровку. Найс. Вот это найс. Бля, ебучая коробочка, она просто не апается. Ни одного меха не приходило. Даже я клока тогда продал. Даже если бы клок был у меня на скамейке. Даже его не было. А тут что-то разъеб под ноль. Что по инкаму? А, но левел меньше. Инкама столько же. Я до сих пор... Нет, я уже не... на винстрике сижу. Ого! Вот это норм! Лучше Джаггера тогда не взял. Ебать, что происходит? Дайте друида.
Давай, удачи. Что, блядь, что за хуйня была сейчас? 4 ЛД на 17. На лустриках. Сука, это пиздец. Ой, блядь, это пиздец. Ну чё, ищем инчу с Фреоном? Блин, сегодня какой-то рофильный день. Я в ахуе. Иногда такая хуйня происходит. Такое у меня вообще первый раз, когда я находил сразу 4 ЛД так рано. Это шок. БХ пришел. Забавно. Под минус арморчиком, белки. Take back everything and lose it all.
не давай корабль. Успел ждать, ну ладно. Вон там волки, а у меня белки. Нормально. У меня посильнее сумоны. Не, ну дровка тащит. Дровка тащит это дерьмо. Хотя меня там дефает вообще просто. Ладно, не вообще. С 5 юнитов выжила. Так, нужен кто-то. Ладно, на 40 голде. Три эльфа поставлю. Чё, как думаете, стоит поискать еще одного ЛД? Сколько это вообще голды? 4, 6, 8... 9. Не, не буду искать. Заинкамлю лучше. Нет смысла. Нет смысла еще искать ЛД. Мобы сейчас слабые. Ладно, пусть этот парень будет. Говно. Вся мусорная луна стоит с ташкой. Кстати, можно было... Наверное, я продам эту мусорную луну, поставлю пока три вара просто и все, чтобы дума бафали. Но мне надо найти каких-то адекватных юнитов еще. То есть у меня очень сильно, но помоечка на столе некоторая присутствует. ТАшка там, Луна первая. Миссы дает ТАшки. Это максимум. О! Можно типа так сделать? Причем я не буду тайда супер вперед выставлять. Тут мне реально везет. Тайдуха пришел. Два БХ. А, найс БХ, кстати. Там ты просто расстреливает. Котлу еще дум въебали. Ну, я сейчас самый сильный, скорее всего. Я к лайту зашел. Заебашил ему. Там уже три отлетело, кстати. Ну на самом деле юниты у меня помойные, то есть вот эти два можно смело менять на что-то. Я бы мог заролить и найти что-то хорошее. Все, я могу 6 хантов поставить. Кстати, а, стоп, или не могу. Я не могу, слота не хватает одного. Я бы мог взять эту Мирану. Не, не буду брать Мирану, нахуй. Я чё, или взять? Я проебу, если я возьму Мирану, я уже тестил. Не, не хочу, не хочу, не буду, нет. Камем дальше, короче. Все, что я ничего продам еще. Можно было бы просто на 9 левеле поставить 6 хантов за место тролля Эликана.
Вот тролль Ликан это супер рофл на моем столе. Посмотрите, что они делают. Ну, зато армор дают думу. Правильно? Сколько армора у думу? 27. 7 армора дают. Купил чейнмейл на дума за 2 слота. Не, ну что-то они там, конечно, бьют, но очень мало. Еще мобы через одно. Ладно, не буду сейчас ничего делать. Но я сейчас буду ролить очень много. Хотя, наверное, стоило поролить заранее немного. Слить до 40 голды. Потому что сейчас начнутся битвы, так сказать, за выживание. Все начнут голду сливать свою. Иначе будут вылетать. Там, кстати, все девятые, кроме Лайта. Я думал, у Лайта все норм. А у него вообще все хуево, оказывается. По сравнению с другими. Я супа пробил. Мирану, кстати, можно было сейчас дать. Я заролил специально немного. Сейчас мобы, во-первых. На Некс поставлю дизраптора. На мобах он нихуя не делает. Хотя Тайт тоже не особо делает. Короче, я уберу двух варов. Ну, 6 рентов не влазит, к сожалению. Ни одного слота не хватает. Дизраптора по-любому надо ставить. Шмотка для Тайда. Неплохая. Можно левел запать. Похуй за алыню. Буду выселять, пытаться людей. Да, не дал. Там медузка вторая. По идее, я сейчас там кого-то должен реально выселить. У меня 6 хантов. Наги, вся хуйня. Там очень сильно. Да, все, минус один. У меня сейчас нереально сильно. Медузки только не хватает. Минус 50 ради Мирана. Минус 50 ради 6 хантов, а не ради Мирана. Ну чё, кто next? Без третий, кстати. Если бы не Ravage, не дал, кстати. Смотрите, что ханты делают с юнитами. 6 хантов. Медузку бы вторую, если бы она давала ульт, там бы вообще разъеб был под ноль. На минус 13, нормально.
выпуска. Что? Что это? МКБ, криты, гиперстоун, плейтмейл и блейдстоун. Хорошо. А он неплох. А он неплох. Так сказать. Сколько хп у тебя? 28. Он 9 левел. А это 8 вообще. Я зашел там к парню. Я буду ролить искать медузу, мне похуй вообще. Шел тайда в итоге. А, ничего. Эльф хорошо под меня стоит. Этот парень тоже хорошо под меня стоит. Эльф прямо заебись под меня стоит, я так скажу. А это хорошо, потому что я бестау него убиваю сразу. Надеюсь, он не слушает стрим. И не будет переставлять. О, он меня задефал. Ну или... Да, задефал. Жестко. Сейчас мобы, дракон. Я забыл купить. Я ничего. Чё, нужен гиперстоун. И нужно, чтобы ему... Ну, хотя кираса не так сильно апнет. Кстати, переделали иконку ликана. Прикольная. Сейчас ему Дейдалус там выпадет еще. Да, ликан прикольный. Мишку, мишку. Хорошо. Да, больше ничего не надо. Тиммейт орб. Неплохо. Неплохо. Нихуя, да, ему не выпало? Бля, тут сложно. Там под ЛД стоит. Ну пусть, если медуза даст, то мне похуй. Она даст. Он вызовет, у него еще корона есть. Он его стер. А я стер этого тролля? Очень похоже, что да. Бам. Ну все четко. Че, тайдик поищем? Давайте поищем. Че проебал? Ну ладно. Хуй на него. Антимаг так и стоит под ЛД. По идее, Луна должна зарядить моих челиков. А, он переставил в последний момент антимага. Но я все равно нажал. Или я просто проебался, и он не переставлял. Видимо, возможно, у меня залагало в мозгу. И я неправильно посмотрел. Но тут похуй все равно. Тайда не нашли. Обидно.